Ну а немецкие политики снова пытаются сформировать правящую коалицию. Сегодня состоялся очередной раунд так называемых зондирующих переговоров. Они предшествуют коалиционным. Христианские демократы и эсдеки планируют встречаться каждый день, чтобы в течение недели завершить зондирование и приступить непосредственно к коалиционным переговорам. Если они будут успешными, то новое правительство в Германии появится ближе к весне. Если не договорятся, страну ждут досрочные парламентские выборы. Мы начинаем эти переговоры с целью сформировать стабильное правительство, потому что перед нами стоят очень серьезные задачи. И это касается как внешнеполитических, так и внутренних вызовов. Мы настроены на конструктивные и эффективные переговоры. Мы не устанавливаем никаких рамок и границ, но хотим реализовать как можно больше принципов социал-демократии в этой стране.